Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов открыл современный детский сад на 190 воспитанников в жилом комплексе «Спутник». Дошкольное образовательное учреждение было построено за счет внебюджетных источников финансирования в рамках реализации инвестиционного проекта. В саду с комфортом разместится 8 групп воспитанников, в том числе группы раннего развития. Помимо групповых помещений, в здании расположены пищеблок, прачечная, музыкальные и физкультурные залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. А на прилегающей территории оборудованы спортивная зона и игровые площадки. Детское образовательное учреждение площадью более 2500 квадратных метров позволит на 100% решить проблему с очередью в микрорайоне.